Телефон Nokia 535 RM1090 Microsoft висит на заставке, либо забыли графический ключ, либо просто тормозит. Можно сделать ему hard reset, можно его прошить. Сейчас покажу, как сделать hard reset из выключенного состояния через клавиши. Nokia 535 RM1090. Нужно сделать hard reset. Это вот наклейка, сенсор меняли и ключ забыли. Телефон заряжаем. Зажимаем кнопку громкости вниз и кнопку питания. Две клавиши держим, пока телефон не завибрирует. Телефон завибрировал, питание отпускаем, а минус продолжаем держать. Держим минус до тех пор, пока на экране не появится восклицательный знак. Восклицательный знак появился, теперь нам нужно сделать по порядку комбинацию клавиш. Громкость вверх, громкость вниз, включение и снова громкость вниз. Пойдет процесс хард-резета. Не прерываем, жмем, ждем, пока окончится сам процесс. Телефон после этого включится чистый. Еще раз. Значит, питание с громкостью вниз зажали, загорелся восклицательный знак. Поочередно нажимаем громкость вверх, громкость вниз, включение и снова громкость вниз. После этого будет сделан сброс, телефон перезагрузится. Вот сейчас шестеренки на экране. Единственное, что вот пленка мешает только. Ждем окончания. Не прерываем, телефон должен быть заряжен. После окончания телефон перезагрузится и включится. Прошивка. Прошивка делается с помощью Windows Device Recovery Tool. Нажимаем «Телефон не обнаружен». Выбираем нашу модель либо Lumia, либо если какой-нибудь Alcatel и так далее, то надо выбрать Other OEM. Nokia шьются все одинаковые абсолютно. Выбираем Lumia. Ждем, пока он выдаст окно, что он найти ничего не может. Вот он выдал, что не удалось найти телефон. Теперь, значит, полностью телефон. Нажимаем клавишу вниз и подключаем его к компьютеру. Прошивка стартует автоматически, скачается с интернета, сама зальется в аппарат. Программа переведет телефон в режим прошивки. То есть делать, в принципе, больше чего не нужно. Заряженный, выключенный в состоянии, зажатый клавишу вниз, подключаем к компьютеру.